Помпео, у Трампа и Путина нет согласия по Украине. Госсекретарь подтвердил, что президенты США и России обсуждали Украину в Хельсинки, но к согласию не пришли. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп на встрече в Хельсинки обсуждали вопрос Украины, но не смогли прийти к согласию. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью EBC, стенограмму которого распространил в среду, 25 июля, Госдепартамент. Они обсуждали Украину. Не нашлось большого количества пунктов, по которым их мнения бы сошлись. Президент Трамп был тверд в том, чтобы донести до мира мысль, что путь Минска – это верный путь продвижения вперед, заявил Помпео. Госсекретарь обратил внимание на то, что в ходе переговоров двух лидеров было и множество других вопросов, по которым позиции не совпадают. Была масса тем, по которым США и Россия противостоят друг другу, и было очень важно, чтобы лидеры их обсудили, заметил госсекретарь. Ранее сам Трамп заявил, что на встрече с Путиным ни в чем ему не уступал. Напомним, 16 июля в Хельсинки прошел первый полноформатный саммит США РФ. Трамп и Путин разговаривали с глазу на глаз более двух часов. Сам Трамп не сказал ни слова об Украине по итогам встречи, тогда как Путин подтвердил, что на переговорах поднимался вопрос Крыма и Донбасса, а также появились некоторые новые идеи по урегулированию конфликта на востоке Украины. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmi-korrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.